вас что? Хотя вот IT, слушайте. А у нас что, есть здесь не айтишники? Ну есть, а что? Все айтишники, все с гаджетами, все владеют компьютером и так далее и тому подобное. Исы, айтишник хренов. А сколько в этом зале инженеров? В бухгалтерии посчитают. Ты да еще несколько, я не инженер. Тогда кто же вы? Правда, я и не айтишник. Да вообще, никто. А айтишники все, инженеров мало. А что так? Дефицит. Днем с огнем не найти. Отсюда и престижность. Ну, это вообще круто. А вообще, знаете, вот это надо спросить у девчонок. О чем? Кто, инженер или айтишник? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела. Конечно, инженер. И не из нашего района. Да, конечно. Этот айтишник, он даже не знает, что такое порой розетка. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Чтобы где-то что-то сделать в доме, даже в квартире, он далек от этого, а инженер может. Ой, японские инженеры. Люди к чему привыкли? К чему? Что если ты во власти, значит, обязательно где-то что-то возьмешь. Кто ворует? Да все воруют. Такого не бывает, чтобы ты не воровал. Все уже украдено до нас. Ну, бывают исключения. То, что растет, не шумит о себе. Шумит то, что громоздится, не растет. Вы можете спросить, а где ты гроши взял? Я могу вам сказать. В то голубенькое время Саша еще не занимался коммерческим грабежом. У меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10 тысяч или 20 тысяч долларов не деньги. Шура, у вас есть деньги? У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Может, подарим ему место на кладбище? Вы же все мои дети. Я опять дико извиняюсь. А ваш папа не тот Фельдман? Что за зубы? Вас ни один милиционер, чекисты, другие прокуроры и контролеры не могут тронуть пальцем, пока я не дам разрешения. Вася, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А у меня так. Надо у президента разрешения попросить. Я тебя прошу, уже прикрой свой фонтан, наконец. Вы знаете, Шура, как я вас уважаю. Ну? Так вы тоже осел. Ну, они выражутся-то. Мужики, забейте, это фейк. Вы же видите, что кругом фейки. Ну, жуткие фейки. Это фейк и выдумки. Вот такие фейки. Вранье. Это фейки. Вот такие фейки, они будут постоянно. Вот все, что вы сейчас сказали, это фейки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки. Абсолютная ложность. Нам что сверху говорят, то мы и делаем. Первый раз слышу. Это абсолютная глупость. Это выдумка коллективного Запада. Гульна выдумка хитра. Я говорил, что это сумасшедший. Ложь. Вы можете это чем-нибудь доказать? Главное задержать. А доказывать дело второе. Что касается моего свержения в течение 30 лет, ну, минимум 30 раз. Каждый год меня все свергали и хоронили. Да, с этим делом пора кончать.